За счет чего удалось сегодня так быстро повести в счете, захватить инициативу? За счет настырности наших нападающих и за счет реализации моментов. Вообще, что можешь сказать о сопернике в Тюменском легионе? Насколько тяжелыми оказались игры с соперником, который, может быть, не так высоко, 15 место, но тем не менее? Ну, хорошая команда, опытная, возрастная, два хороших звена у них. Ребята техничные, у них нападающие и защитники очень хорошие в обороне играют. А был такой сегодня момент в матче, когда, несмотря на результаты, показалось, что можете упустить нить игры? Мне кажется, нет. Мы сразу с первых минут начали биться и реализовывали свои моменты. Сделали счет и спокойно доиграли. Последние три матча вы выигрываете, вообще заглядываешь в турнирную таблицу, следишь, на каком вы месте сейчас и насколько хочется подняться? Не знаю, я не слежу за турнирной таблицей, я хочу каждый матч выиграть и все.